sportbets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, всем привет, с вами Слэм. И Страйк, и студия Castle TV, и мы наконец-то начинаем. Открытие 9-го сезона Star серии да. Прямо сейчас на ваших экранах. Сыграют Natus, Винсер и команда LDLC из Франции, которые вот вылетел Apex прямо перед началом игры. Ну, преткновение, матч, который для Na'Vi может закончиться невзятыми очками или даже, вот, может быть, невзятой поездкой на LAN-финал, не знаю, но... Вы сами прекрасно понимаете, что вот в этом сезоне каждый матч для каждого коллектива является чуть ли не решающим. Полностью с тобой согласен, потому что изобилие топовых команд, что еще может быть лучше? Вот действительно, заруба будет практически в каждом матче, и каждый матч может стать решающим. Ну что ж, составы команд на этот сезон. Natus, Винсер, Зев, Старикс, Эдвард, Сейзет, Гвардиан, Team LDLC. Хэппи, Узи, Маньяк, Апекс и... Йоли. На самом деле, его вот мы с тобой так с сезона, наверное, четвертого, да, так и не обсудили, как же его ник настоящий. В общем, наш мувимейкер Антон, любитель французов и сайта Вакарм, зашел и обязательно в обязательном порядке просто выяснил, что ник его читается как Квикли. Но мы будем называть его Кьёли, потому Квикли? Что... Да, Квикли. Читается как Квикли. Но самое интересное, зовут его Томас Хавмасян, и он из Армении. Вот такие вот дела. Вот такая вот новость залетает прямо сейчас перед матчем. Ну, не знаю, кому-то может даже она понравится, кому-то нет. Так, ну, так, сейчас я быстренько пофикшу прицел, потому что его нужно сделать побольше. Сегодня была супер просто непонятная, супер непонятный расклад с Steam'ом у меня на компьютере. Ну, да, вот страйк... у меня тоже был. Да-да-да, мы сегодня не могли просто зайти в сеть, потом не мог обновиться КС, потом еще думали, что-то. Что прям до эфира будет продолжаться какие-то казусы, но вроде бы нет, все нормально. Мы в итоге решили все проблемы и готовы начинать. Ну что ж, пока что вот такое эпичное пока ожидание. Пока что так же готовы Na'Vi. Вот 5 человек на сервере, Team LDLC. Все, ну, практически все на сервере, кроме Apex, который заходит прямо сейчас. Так, и, ну, и, где и, же он? Ready. Где же ты? Где же ты, Apex? Рэди, рэди, пишут команду. Ну вот, буквально через несколько секунд начнется наш матч. Ну и мы станем свидетелями, наверное, эпичной зарубы. Но я, по крайней мере, буду надеяться, все, что все-таки Na'Vi здесь покажут лучший Counter-Strike. Все-таки DDoS 2 и совсем недавно они сыграли очень-очень уверенную встречу в интернете. В Катовице показали свой DDoS 2, по-моему, на уровне. Я имею в виду отборочные на Катовицу, репортаж, с которых мы вели с вами долгое количество часов. Просто нереальное. Так, ты не слышишь звуков? Да, нет звуков в КС. О, появились. Так, ну что ж, сайдпик, друзья, на длине начинается. И дают декой команды. Сейчас будем смотреть за этой невероятной и интересной поножовщиной. Ну, вот LDLC явно хотят начать в атаке, но Апексу, смотри, не повезло. Сразу просто закоцали парня. Так, Узи. Знаете, вот Узи в команде Team LDLC, по-моему, вообще еще пока не приигрался. Не знаю, вот сколько он там пробудет. Так, Квикли минус так, Эдвард. Ну вот и Квикли. Три минусового исполнения. Старикс один на один против Хэппи. И кто же начнет за атаку? Na'Vi или LDLC? Ну, у Старикса ХП побольше или там равное количество? Независимо. 45. 45, 45 40. У Старикса есть одна граната. Можно сделать 44, если попасть по модельке. Так, ну что же, кто? Дэнс кто станет говорит. Победителем в этой дуэли? Погоди, погоди, Дэнс, гоу. Вот Зевс уже нервничает, и у Na'Vi сейчас начнется, наверное, истерика. Ну, по-любому на смешинку берут, и Хэппи все-таки вырезает. Старикс в итоге 1-0, а Team LDLC пикают в сторону первыми. КТ, ты посмотри, вот ого. Вот так нежданчик. Team LDLC выбирает сторону дефенса.
И вот действительно, вот то, о чем мы говорили. Процентов 30 команд предпочитают играть все-таки на Дасте за дефенс в первой половине. И вот LDLC как раз-таки та команда. Ну что ж, посмотрим, что придумают парни за дефенс и смогут ли остановить супер боевые раунды от команды Na'Vi. У Na'Vi же будет, наверное, серия очень-очень таких медленных раундов. И, скорее всего, так, Юра, теперь тебя. Юра? Yes. Все, теперь я Юру тоже слышу. Мы пытаемся настроить наши. Так, быстренько показываю карту, что происходит. Na'Vi во всем составе, точнее, в полном составе, в пятером занимают зигзаг. Йоли, уже идет на прием. Эдвард его просто на ноге в прыжке сносит спокойно. Маньяк раскидывает гранату. Минус 50 у Зевса, и Na'Vi выходят практически незамедлительно. Что же, вот такая вот примитивная аркада в исполнении Na'Vi. Пока размен 3 в 3. Старикс, если сыграет Немедля, будут шансы для выхода на Б, но вот попадают по нему очень плотно, и он пытается покинуть опасную позицию. В итоге Хэппи его просто настигает и догоняет. Ну, Ковач, по-моему, за этим парнем львиная доля раундов оставалась на отборочных ЕМС. Что сейчас покажут здесь, пока непонятно. Так, НС, Эдди, ну вот так, Гвардиан. Ну, слушайте, Гвардиана, по-моему, боятся, как я начинаю понимать. И реально, ну, остается у него 5 хп, ну, в принципе, да, все. Раунд тут он уже не возьмет, зажимает его с двух сторон, маньяк заходит в спину, и есть минус от Мэника. Не маньяк, а Хэппи зашел в спину, маньяк с подъема стоял, но это уже не важно, потому что он был в перекрестном огне, в любом случае, это было без шансов. Хотя, было бы хп побольше и попал по первому, было бы, наверное, что показать в клатч раунде 1-1, но мы его не увидели, и Na'Vi не берут первые пистолеты, начиная за атаку. Вот видишь, опять-таки же, Na'Vi сделали два первых минуса, после чего просто вот какие-то сумбурные действия, но еще и горящий молотов добавил, наверное, какой-то вот волнительности действиям команды Na'Vi, и проиграли парни пистолеточку. Зато сейчас Старикс слышал всю аркаду в тэшку, пропустил двоих игроков защиты, но не рискует туда идти, к нему стягивается вся его команда, остается Узи закрывать выход на респ, он, по-моему, топот услышал. Да, Узи услышал топот. Ну и вот как раз Узи будет героем. Наверное, в этом моменте должен делать первый минус. Нет. Грамотно Зев прочекал. Так, ну вот Узи пытается отходить. Красный первый пришел. Второй вот на пришел. На отходах Узи ловит. Одного с другим игроком команды Na'Vi. И просто без шансов заканчивается эко. Счет 2-0. Слушай, посмотри. Узи минус 3. Я давно не видел от Узи минус 3. Вот давно такого не было. Ну честно вот скажу. Отыграл просто шикарно. Ну, со времен Imaginary не было. Стрейт назад. Килл. Назад, килл. Ну, посмотрим, как будет стоять дальше на Б, если будет раш. У Na'Vi бай, Эдвард идет на длину, это будет быстрый выход. Сразу смотрим туда, французы готовят раскидку, и будет эпичное противостояние Эдварда. Вот заканчивается оно тоже эпично, мешает ему отойти и ловит гранату. Но по Кьёле попали на минус 50. Ну, минус 45 тоже попадание. Так что. Ну, я думаю, Na'Vi не удивили своих соперников тем, что закупились в третьем раунде. Это привычная ситуация для рожденных побеждать. Парни любят вот такие вот переломные моменты. Перевернуть все сверх на голову. Это в их стильке. Так, ну и пока что Na'Vi проходит по центру, стараются найти ключик к защите соперников из Франции. Смотрим на Гвардиана. Сейчас он узнает, что парапет пустой, даст инфу, и они с Зевсом будут продолжать проходить. Слушай-ка, Na'Vi перестроились снова на сплиты. По-моему, это они не будут двигать мидл. Да, это самый рабочий раунд команды Na'Vi. Выход по зигзагу, на этот раз парни без раскидывают. Ошибается Апекс! Стоял в руке с гранатой, должен был накидывать. Ну вот не знает, наверное, этой фишки Ковач, но догадывается. Эдвард на длине забирает Кьёле. Na'Vi просто в сухую развалили аплен. Вообще бешеный тимплей на апленте. Ковачу накидывалась также флешкой, чтобы он убивал маньяка на гусе. Я-то думал, что тот парень его примет, но в итоге Ковач закрыл все. Ну, вот за счет, опять-таки, одной-двух флешек на пленте Na'Vi берут тимплеем у LDLC, и это будет, наверное, 2-1. Узи. Ну, вот теперь вопрос. Засейлят ли девайсы игроки команды LDLC? Хэппи остается в живых последний. Ну, каждому свое, у Хэппи петушок. И пока что петушок очень-очень опасно смотрится в его руках. Забирает Зевса. Первый минус LDLC. Сейзет заходит уже в спину к Хэппи. Ну, там на два девайса давит. Хэппи пытается, соответственно, уйти в верхний темный. Ну, и Сейзет его принимает. 2-1. 2-1. Вот так вот. Налегке. Ну, напоследок Хэппи подфармил. Забрал двоих игроков команды Na'Vi. Ну и что же, позволит ли это взять LDLC закупочку или все-таки будут парни сливать? Нет, все-таки это эко-раунд. И посмотрим, как его разыграет команда LDLC. Сейчас у Хэппи, Узи Б, Апекс остается на. Так, вот ну уже... смотри, опять-таки же, никаких сверхъестественных раундов на эко мы пока не видим. LDLC играет также банально. Два игрока на Б, три на А-пленте, и это, я думаю,
даст какое-то пространство для действий команды Na'Vi. Ну, Na'Vi не торопится, опять же, понимая то, что у соперника эко действует достаточно медленно. Хотят, чтобы те сами на них полезли. Ну, вот он первый момент и первый... Как вот, я не знаю, как это называется. Так, у Страйка почему-то все повисло. Я не знаю почему, у меня нет, у меня все в порядке. Ха-ха. Так, ну главное... Главное, да, что... будем смотреть, наверное, с твоего экрана, потому что действительно мой КС почему-то висит. Попробую реконнектиться. Ну что ж, Na'Vi занимают Б. Как бы Зев сейчас здесь словил на пятки просто Кьёли, который должен был уйти вроде бы как живой. Ну и маньяк остаются с Апексом. Позиции вам понятны. Один на, второй бежит на Т-респау. На нем также, скорее всего, Опа! Ну вот это вот этого сейчас вообще не ждет Апекс, я прямо уверен. По-моему, этого не ждал Эдвард. Эдвард даже этого не ждал. Наверное, пошел себе наливать чаю в этот момент. Все было под контролем. У Вани не ждал вот такой вот проворности от Апекса. Апекс КМ забирает еще и Зевса. И на эко-раунде получается забрать два девайса у игроков команды Na'Vi. Слушай, я понял, короче, смысл французской игры. У них есть парни, которые любят игрушки. Ну, Кьёли любит ТВП. А вот, по-моему, Апексу вообще ничего, никакого автомата давать просто нельзя. Так, попробуй зайти просто по IP-адресу, который тебе скинул Панда, потому что ты заходишь на релей. No. Такс. Ну что ж, смотрим. Девайсный раунд от французской команды. Маньяк разменивает Эдварду. Так, Кьёли уже умер, и ситуация на карте пока особо непонятна. Единственное, что французы оставили мидл без контроля, и Денис Костин пытается... найти здесь кого-то прострелом. Так, пропета, Апекс, игра от стенки. И первый минус в центре. Дают французы. Na'Vi в меньшинстве пытается разменяться Гвардиан. И сам под свою же флешечку, собственно говоря, остается белый. Попытка сыграть пиксель заканчивается вот таким вот совсем просто, ну, безумным фрагом от Хэппи. И даже попытка разменять от Гвардиана просто не помогла. Но друг друга прострелили. Игроки 91. Ковач пытается зайти на точку. Граната от маньяка. Набежал на гранату маньяка, ну и Ковач. Один против четверых. Так, ну вот тут вот у Na'Vi не заходит. Слушайте, ну французы будут бороться. Вообще, друзья, это проходные очки. То есть проходные очки для той и другой команды. А мы понимаем то, что силы LDLC реально огромные, колоссальные. Эта команда ничуть не меньше топовая, чем все остальные. Так, ну и посмотри, первая проблема с деньгами. У рожденных побеждать. Сейчас будет полу... волевой бай. Есть ВП у Ковача, но вот у остальных ребят не все так гладко с экономикой. Так, ну Ковач с ВП пока что не сыграл. Na'Vi отправляются 2-1-2. Ну, расстановка сил понятная. Тройка Апланта играет на отдачу. Апекс он занимает центр. И Кьёли один в парапете. Ну вот если с него начнут играть, то будут хорошие шансы выбить Парыч и уже продолжать действовать, собственно говоря, от этого фрага. Но пока не ясно, что будет. Ставится пауза или нет? У нас disconnected. Вот это вот вообще сюрприз. Так, составы перед вами на экранах, друзья. Мы пытаемся сейчас узнать, в чем же проблема. Что же происходит опять-таки? Да, сейчас попытаемся узнать, в чем проблема. Так. Так, ну вот GoTV. Что-то с GoTV с самим произошло, как я понимаю. Ты в офлайне? Yes. Все должны быть в офлайне. Кто-то был не в офлайне? Не знают у нас пока что судьи, ребята. Так, ну есть что вариант, ж. Что у нас упал интернет. Ну, вот. Ну такого... Нет, такого быть не с может. С интернетом все нормально. А? Дедос? Дедосят? Дедосят? А вот где дедосят, интересно? И откуда дедосят? Как так? За что вы нас дедосите? Почему вы нас не любите? Мы же тут сидим, стараемся. Просто на ура, ребят. Ну, нам придется уже в любом случае немного подождать. Сейчас Панда сделает все как надо. Все возможно для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, но как бы все не пошло до того, чтобы нам пришлось менять сервер. Ну, я надеюсь, что не придется этого делать. Вообще странно то, что задосили. Наверное... Кто-то забыл выйти в офлайн. Интересно, кто да, это был? Да, кто-то просто параллельно проводит турнир, и у кого-то просто, откровенно говоря, бомбит. Бомбит? От того, что... От того, что еще и Star Ladder существует, представляете ли. Так, ну что ж, сервер упал, да, как я понимаю? Сервер лежит. Ну, мы ждем сейчас инфы по серверу, и если что, восстановим матч. По сути дела, команды, наверное, смоделируют ситуацию. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Просто очень-очень сильно надеюсь, рассчитываю. Вот оно начало.
Начало Star серии, друзья. Вы думали, какое оно будет, а оно вот такое. Начинаем просто с DDoS'а на третьем раунде. Что ж за жесть? DOS сервера пишет мне Сейзет. Я знаю, чувак. Надо... Заговор всемирный против SLTV Star Series. Так, ну, скорее всего, 3-2 for Mystic. Вуф. Нет, там все четко. 3-2, у Na'Vi волевой бай, у Team of DLC. Полная закупка, все заряжены на максимум и готовы вырываться вперед. Ну, это и про французов. Так, вся команда офлайн. Так, good update. Antidos from Valve пишет сейчас сейзит нам. Ну, я просто поддерживаю Дениса полностью. Готов ли он на звонок, сейчас спросим. Так, ну и сейчас мы узнаем, сколько же нам времени потребуется, в принципе, чтобы все это дело восстановить. Может быть, позвоним Сейзеду. Вообще обещали Valve, да, действительно, в патче, что поправят этот DOS, будут релей. В итоге, по-моему, они с GoTV перемудрили. Просто полностью перемудрили. И от этого, собственно говоря, задача немного, но усложняется. Итак. Эх, давайте читать, наверное, комментарии. Вот так, дайте... Так, песню из интро скажите. Понеслась. Название песни с рекламы. Какой рекламы? Какой песни? Так, я с двух аккаунтов. Кто-то сидит с двух аккаунтов просто во всем. Да не, мы будем надеяться и верить в то, что, знаете, что вот человек, который досит, да, или там группа людей, которые досит, у них в один день просто они проснутся, знаете, а их яйца будут плавать в стакане рядом с их кроватью. Это будет не совсем... Это будет хэппи-энд. Это будет хэппи-энд для этих ребят, я так ощущаю, и... Так, и ну, это будет круто. Действительно, вот пишут, что DDoS'еры достали уже всех. Реально, практически на каждом турнире присутствуют игры, которые просто подвергаются DDoS-атакам. И что с этим делать, действительно непонятно. В первую очередь страдают зрители, ну и команды тоже. Команды тоже страдают, потому что вот ладно сейчас Best of One, ладно первые там пара раундов, да, но это как бы вообще... Мелочь, просто мелочь. А представляете, когда вы играете третий овертайм, у вас начинают досить. Или там у вас третий овертайм, а вы играете за путевку в Катовицу, как недавно играли Na'Vi. Там, кстати, вот на ЕМСе тоже досов было очень много за все практически отборочные, которые прошли в последние дни. Но мы с вами посмотрели, в принципе, две основные части. Отборочные с СНГ обязательно, в обязательном порядке. Европейские отборочные насладились таких, игрой таких команд, как Na'Vi, 3D Max, Mouse Sports. Mouse вчера вообще раскатали ТБ-шек просто по жести. Кстати, смотрел вот последнюю игру, которую ты комментировал. Очень круто играли Mouse, особенно ну, Крис Джей просто... На нюке насиловал своих оппонентов с АВП. Слушай, ну в прошлый раз он делал то же самое в интернете и поехал на DreamHack. И, вот и ничего не показал, что самое печальное. Да, что-то у него там не зашло на лане, я не знаю. Может, как, у него какой-то супер космический компьютер, который ему предоставили гости из будущего. Так, песню скажите из интро Старладера. Так. Слышит, Аткинс спалил GoTV. Там прямо пишут в чате Буржи то, что Аткинс спалил GoTV. Это жесть. Это жесть. Взяли типа покомментить на английском, чувак взял и сразу же просто задосил нас. Спасибо тебе. Первый блин кома, Маткин. Да там даже не блин, там, наверное, что-то такое. Вот тут пишут, это Сеня мстит. И прокси? Не, так а все равно, по-моему, там... Или ладно, все, давай, сервер меняем. Да, нам не надо искать виноватого, нам надо найти решение из этой ситуации. Ну да, да. Так, ну, по крайней мере, GoTV у нас легло в последнюю очередь. Так, ну, команды, наверное, будут модулировать ситуацию, если я не ошибаюсь. А можно на сервере будет это все сделать или нет? Смодулировать все по счету, с худом, с... Нет, этого будет сделать нельзя. Ну, вот так вот нам просто взяли и подкололи матч. Но я надеюсь, человек, который это сделал, сойдет с ума лет в 25 и пойдет повеситься. Так, выпусти крабика. Да, крабиков пока что можно выпустить, это несомненно.
Вот просто много крабиков сразу. Бери любого. Слушай, представляешь, такие просто... Привет, я Себастьян. Я люблю вас, ребята. Ну, Себастьян реально очень крутой, позитивный чувак. Ну, тут он еще со всей семьей. Ну да, это его плеяда целая какая-то. Тут даже не бригада, это вся семья далекая. Но на самом деле нож и крабик — это самое, что ни на есть, уверенное, интересное. Так. Так, ну вот тут какие-то пошли, уже скидывают люди друг другу треки. Еще что-то. Вруби, пожалуйста, только для подписчиков. Да-да-да, забыл. Не делай subscribe с мод only. Разреши народу общаться свободно. Так, ну что, вернули мы чат подписчикам, наконец-то, вот есть теперь у нас какое-то понимание. Maybe only subscribers, Twitch on, nicest. Все, народ. Пошлите бабки, общайтесь на здоровье, называется так. Не, просто много негатива в чате, кому надо что-то хорошее написать, обязательно напишут, я уж в этом не сомневаюсь просто. Так, ну что, мы пока что ждем вообще раскладов. Так, скидывают, кстати, трек мне из... Так, народ, а сколько нас вообще подписчиков вот в данный момент? Отзовитесь все, напишите хоть пару символов, чтобы мы знали, сколько нас. Ну вообще, я знаю, что на наш канал подписано около 50 человек вот за... Вот эти вот $5, которые... Ну, то есть 50 человек заплатило по 4,99. Ну, то есть если сейчас нас смотрит приблизительно 6 тысяч человек, то вот вероятность того, что будет здесь активный чат, это просто мертвый чат. Да, но мы будем просто ждать матчей, комментировать, в чат будем смотреть все реже-реже. Со временем так будет профессиональнее. Так, новый IP дает сейчас товарищ... Оп-оп-оп-оп-оп, все, ну и мы будем заходить. Так, они переигрывать не будут, значит, со счета 2-3 все продолжится. Так, сейчас нам... я захожу, но у меня пароль не подходит. Так. Я зашел. Ты зашел? Да. На вот этот вот? Я сделал Ctrl-C, Ctrl-V. О, да, все, у меня тоже заходит на DDoS 2. Так, ну отлично. Что ж, они не будут переигрывать, да, раунды? Не будут переигрывать раунды. Со счета 2-3 продолжится игра. А вход не пофиксить сверху. Беда, но это, конечно... Это не главное. Главное, что игра продолжится. Продолжится со счета 3-2 в пользу команды, если не ошибаюсь, Na'Vi. Да, они взяли пистолетку, взяли 2 раунда, и после этого Team LDLC вступили в игру. Да, и взяли 2 подряд. А я пока что подготовлю нам аннотацию интересную. Так, Na'Vi. Na'Vi против LDLC. Счет 2-3 был в пользу LDLC, да, если нет, я не ошибаюсь? В пользу Na'Vi, потому что взяли, еще раз повторюсь, пистолетку и 2 экономических. 3-2, собака DDoS 2 и... Опа! Все, вылезает у нас титр. Теперь точно понятно, какой был счет. Ну и будем продолжать смотреть уже примерно с него. You guys were DDoSed else outside of the game. Seems like. Ну вот, кстати... На матчах французских команд тоже, кстати, очень часто DDoS-атаки случаются. Не знаю, почему и с чем это связано. Димол DLC ready. Ну что, ждем пятого игрока команды Na'Vi. Это Зевс и... Ну, Эдвард пишет, Na'Vi тоже готовы. А, Зевс за защиту вообще. Он в переходе завис. Нажми так, на тап. Вот Na'Vi готовы. DLC тоже готовы. Все. Это лиф. Это лиф через несколько секунд. Да, напомню, у нас присутствует небольшой дилей. И вот как только... Он закончится, мы сразу увидим продолжение всего интересного матча. Так, ну вот маньяк написал уже 5 раз, что он готов. Не понимают пока что Na'Vi, что делать. Все, вот Зев вот заходит. Зевсу надо было перейти, и теперь, да, действительно, все готово для того, чтобы продолжить эту интересную встречу. Ну что ж, со счета 3-2 продолжается встреча, если я не ошибаюсь. Все правильно, панда? 3 раунда за Na'Vi, друзья, 2 раунда за командой LDLC. 2-3. За LDLC 3, да? Ну, Юра, я ж тебе говорил.
А, да, они же проиграли пистолетку, ё-моё. Ну, а ты, Юра, просто, вот, просто на уровне, как бы. На уровне, действительно. Ничего не вижу, ничего не знаю. Так, ну что ж, Кьёли поджимает с парапета. Нави пытаются сейчас атаковать. Сейзит передает привет всем досерам, которые сейчас просто плотно соснули на самом-то деле. И у нас тем временем есть опенфраг. Гвардиан на зигзаге сделал минус, забрал Кьёли. Кьёли с АВП пытался сыграть агрессивно, но Ковач пресекает эту попытку. И Нави пока в численном большинстве. Так, ну и что-то продолжает, по крайней мере, у меня лагать. Не знаю, у Игоря вроде бы все нормально, что такое? Так, я просто поставлю вам вот так вот, чтобы вы считали раунды. Плюс 2 прибавляйте к взятым раундам Нави и плюс 3 к раундам команды LDLC. Счет на табло будет немножко неправильный, но будет скорректирован. Так, Apex готовится сейчас принимать парапет. По сути, пока он шел через КТ, он слышал то, что там топало немало народу. Но принимают решение вот двойкой разыграть длина плюс парапет 1-1 по выходам. УЗИ-центр. И Нави, посмотри, на шифтах перемещаются сейчас под Б. Смотри, Хэппи что делает в этот момент. Ну вот это может быть большой сюрприз для рожденных побеждать. Если они не проверят вот такую вот банальную нычку, то могут быть наказаны. При том, что у Хэппи очень-очень бодрая достаточно. Хелпа стоит на центре, но вот УЗИ не увидел. Хэппи сейчас услышал все. Здесь первый минус от Хэппи забирает Сейзеда, но Старик разменял своего тиммейта. Ситуация 4-2, но... УЗИ неправильно выбирает жертву, еще и Эдвард заходит в спину. Беда не приходит одна, и остается последний Апекс, который, по-моему, больше всех на этой карте пробежал за этот раунд. Ну и это будет, наверное, все-таки... Да, это будет попытка засейвить девайс, при этом как-то подпортить экономику Нави. Но вот на самом деле, вот сложившаяся ситуация, а именно DDoS... сервером. Кто же помог? Нави, напомню, вот до момента... Ого, вот это сейчас поставил просто. ...дедоса у Нави был не фулл бай. Вот не было у пятерых игроков полноценного бая, а вот после все-таки Нави закупились на все деньги. Так, ну что, Апекс, по-моему, всю команду Нави сейчас примет. Сейзит будет сейвить Авик, естественно, для Гвардиана это очень важный девайс. Ну и Сейзит уходит в парапет. Остается с 8 хп Апекс, посмотри. Зевс засейвил. Зев засейвил, извиняюсь, Сейзет Зевс. У меня вообще просто... У нас просто какой-то полный сумбур пошел. Что у тебя происходит? Ну вот, смотри. Так, у Юры какая-то непонятная жесть. Лагодром. Лагодромчик. Так, ну а Counter-Strike продолжается. Ну и, собственно говоря, эх, не забываем эту табличку, которая снизу. Я буду ее иногда показывать людям, которые не знают, какой сейчас счет. Так, Нави стоит. Тем временем, да, Нави быстренько решили подсуетиться и выйти на бэтвейн. Как видим, Сейзет забирает Апекс, который в предыдущем раунде засейвил. Ну и здесь дальше... Воу, вау, Кьёли второго просто сносит спокойненько. Но Нави в этот момент звеном из трех игроков проходит в сторону парапета, одновременно оставляя отрезающего. Это будет Эдвард, и его задача закрыть Эдварда спину. Задача не дать подобрать... девайсы, которые выпали из игроков Нави. Ну, посмотри, Эдвард очень уверенными шагами идет сейчас на Б. Кьёли здесь с 3 хп. Да, Кьёли обзавелся девайсом Апекса и постарается забрать еще и Ванька. Но вот должен сейчас давать инфу, что на Б никого нет и... Бомба куда ставится. Же пойдет Маньяк? Так, Маньяк заходит, центр идет Т-шку. Ну, будет вот чекать парыч. За девайсом пойдет, однозначно. И вот Эдвард как раз-таки на этот случай и поджидает своего оппонента. Кьёли в арке, а Эдвард есть последний минус. Отличная игра от Эдварда. Самое главное, что забрал обоих. Сразу счет становится 4-3 в пользу команды Нави. Ну и надо сейчас пытаться как-то набирать. Вообще, Нави за EMS One отборочные, которые проходили в интернете, на Dust 2 катали, по-моему, всех подряд. И брали даже с разгромным счетом серии по раундам. Так, Гвардиан. Просто на реакцию стрельнул Ковач, не дал пробежать на бэплэнд УЗИ, и ну, на эко-раунде уже есть преимущество у Нави. Ну, УЗИ это, наверное, сейчас называют по-другому, вот, не умею ходить на Б, просто не умею. Непонятно, почему он так спокойно пропрыгивал налегке, зная то, что словак все-таки суровый будет убивать. Так, Сейзда попытались под флешку забрать, но он нормально отсиделся. Вот. Так, все хорошо, Денис, координации, Эдвард, Сейзет. Сейзет, ой-ой-ой. Вот так вот. Граната залетает в Хэппи, и счет становится... Ну вот он уже почти становится совсем другим. Ну, 5-3 будет сейчас. Остался Кьёли. Но его дигл в том раунде был достаточно непредсказуемый. Так, ага, ага. Ну опять-таки же Кьёли с диглом просто трощит головы. Рожденных побеждать, на этот раз пал Гвардиан. Ну и... Опс, и Сейзет его догоняет. Не дали забрать АВП. Итак, наконец-то
Байраунд для команды LDLC. У Кьоли есть АВП. Как воспользуется им на этот раз? Напомню, предыдущий попытался разыграть агрессивно. Был выпад по зигзагу, но Ковач такое дело пресекает на раз-два. Так, смотрим на карту. Вообще, что происходит? Эдвард слушает длину. Сейзет и Старик занимает нижнюю тэшку. Ну и, в принципе, вся карта под контролем у Нави. Никуда парни не спешат. Будут медленно развивать свои атакующие действия. Ну и, по-моему... А вот французы, по-моему, уже верят в то, что Нави попробует все-таки зайти сейчас быстро на Б. Ну, серия раундов пода, наверное, подводит их вот под такие итоги. Но... Вообще, модель диффенса у команды LDLC это изначально... Втроем находятся в медле, ближе к бэплинту. Ну, Хэппи однозначно принимает Б, а вот Узи и Апекс сосредоточены на центре карты. После этого Апекс уходит на А. Ну, конечно же, если все тихо и ничего особо не происходит. На Экс раз. Слушай, тут стальные яйца и стальные нервы от французов. Сейзит уже второй раз вот сейчас будет собираться дергать мидл, после чего Нави пойдут на парыч. Но ни одной флешки от Тимал DLC не влетело. Вот это парни умеют терпеть. Так, ну и посмотри, намечается у нас интересная дуэль. Хотя, нет, вроде бы что-то зловещее задумали Нави и будут выходить в мидл. Так, ну вот падает сейчас очень-очень непредсказуемый дым. Муси перехватывает инициативу, забирает Сейза, Нави в меньшинстве. Но здесь не ответить. Тема в том, что если идти на мид, то идти до конца. Но дым подпортил просто всю малину. 24 секунды. 25 секунд до конца. Почему Нави халдят? Они просто физически не успеют сделать минуса и поставить бомбу. Ну, либо придется сейвить все девайсы, либо надо выходить. Забирает Апекса в РСП. Узи. Узи. Минус еще и Старик. Зевс просто не успел здесь зайти вовремя. Забирает Узи, но в пленте еще есть один из игроков защиты. Его просто никто не сможет здесь законтролировать. 1-3 после крэша. Счет до крэша был 2-5-4 в пользу 3. Команды Нави. Так. Сейчас мы здесь поставим плашечку. Просто. Так, ну вот опять-таки же Нави, когда начинают вот пересиживать, у них начинаются большие проблемы. Потеряли первого, атака захлебнулась, и надо просто останавливаться и что-то переделать. Но уже было слишком поздно. Так, ну что ж, пошла закидка верхней тэшки. Сейзет смещается сейчас в центр. Старикс все еще в ожидании. Я вообще не вижу сейчас почему-то агрессивных раундов. Где же та самая агрессия, которую Нави показали в первых? В начальных раундах, вот с первым девайсом, с волевым баем, который у них очень-очень хорошо получился. Пока как-то все очень-очень неярко выглядит. Так, Guardian Sazed. И Нави трутся немедля. Вот непонятно, что делают Нави. Просто халдят. И в итоге общим скоплением игроков готовы, скорее всего, проверить на прочность Бэплэн. Так, влетает... Нет, не влетает. Вот только-только Апекс начинает кидать гранату в парыч. Зевс уходит, слышит то, что там проверяют. Узи занимает позицию в упоре на центре. И вполне вероятно, Узи не знает, что была медленная перетяжка на шифтах верхней темной. Посмотрите, ситуация какая. По факту Хэппи один. Один находится на Б-планете и есть... Ну вот уже потихонечку читают с Нави. Так, ну вот Зевс сейчас будет выходить на Узи. Нет, убежал в тэшку, все. И Хэппи на приеме. Его без шансов сносит Сейзет. И вот сейчас у Тимал DLC большие проблемы. Они попадают просто под весь шквал гранат, пытаются ворваться в плент Апекса, как-то изменить ситуацию, но моментально его наказывают Нави. 5 в 3, ну и Узи, наверное, ну вот эта тройка должна здесь сейвить просто девайсы по-любому. Узи, маньяк, Кьёль, да, Кьёль не понесет ВП просто здесь сейчас на отдачу. Слушай, простая медленная игра, и французы сами себе что-то придумали, пытаясь так, угадать. Ну, смотри, вот у Мэнника намечается экшен, должен пропускать сейчас капитана Нави, а именно Зевса. Я думаю, вряд ли будут его убивать первым. Или все-таки нет, сразу начинает стрелять, да, забирает Зевса. И еще забирает вдобавок верхнюю тэшку. Там был Сейзет, но АВП от Ковача, я думаю, закроет на дальних дистанциях спокойно. Опа, там уже АВП от Кьёли и Ковач. Покажи мастер-класс. Он даже не рискует выходить. Еще раз, ну и тот и другой снайпер, напомню вам, необычайно. Это необычайно крутые игроки, и вот их винтовки можно увидеть в каждом мувике. 6-4 в пользу Нави. 6-4. Ну что ж, не дали Нави закрепить успех команды LDLC. Переломили моментально ход этого поединка. Как только французы начинают набирать раунды, Нави берут раунд в ответ. Тем самым сбивают экономику, и еще один взятый раунд, и у французов просто-напросто не останется денег. Ну что ж, смотрим за раундом. Ковач будет прикрывать парыч, Сейзет снова на центре. Так, Сейзеда, кстати, не выпускали еще агрессивно на центр. Вот, по-моему, сейчас самое-самое время. Он как Цербер может там вполне спокойно себе разбирать одного за другим. Вот знаешь, вот
Ой-ой-ой, посмотри, как попадает по игра, которую мы с тобой смотрели, где Na'Vi играли против TBA, это были квалификации на MS1 Катовицу. И те Na'Vi, которые играют сейчас, это абсолютно разные команды. Вот Na'Vi действовали совсем по-другому. Это говорит о том, что был четкий анализ игры своих соперников. LDLC Кьоли. Есть первый минус, забирает Гвардиана на зигзаге. Кьоли. Еще и второго не отпускает, идет за третьим фрагом. Апекс помогает, бомба падает на КТ, респаун. Но это провал для Na'Vi в этом раунде уже по-любому. Остался последний Старикс, который должен был отрезать опять же спину. Так, минус Апекс. Будет драться. Да, будет драться. Закрывается на парыче дымом. Ну, знает то, что... В принципе, бомба лежит. Оп, упал. Смотри, смотри, смотри. А времени тут 36 секунд. Французы полностью забыли. Ну как забыли? Они, по-моему, не уделили достаточно внимания этому вниманию. Старикс уходит за ящик. Видит центр, но нет. Хэппи уже просто знал, когда тот выйдет. Счет становится 6-5. И одно очко LDLC отыгрывают. Но попадают уже, ну почти попадают в зону комфортного счета. Вот неясно только, сколько они захотят взять. 6 или все-таки 7, может быть, у них получится вытащить здесь. Как так, ты считаешь? Так, а вот Na'Vi залетает форсбай. 3 км, 1 Галил, практически полное отсутствие гранат, вот на всю команду есть 4 флешки и 1 дым, и как ими распорядятся Na'Vi, давайте смотреть. Так, Сейзет, выход с нижнего темного, ну вот тот же раунд у Na'Vi, у них одна и та же очередность действий, Старик Сейзет под Б. Ну знаешь, мне кажется, очень просто играть LDLC, когда их не напрягают на длине. Ну, их не напрягают, но туда Na'Vi, по-моему, просто на верочку не ходят. Ну, ты вообще представляешь? Не ходят. То есть они. Ты посмотри, какая там тройка стоит. Они пошли туда один раз, получили две гранаты, подумали, что о, есть хорошие респауны, ну, значит, все, не будем занимать. До крэша, до крэша они, в принципе, уже туда выходили. Они просто поняли, мне кажется, какая-то там тройка стоит. Там маньяк, Йоли, это ну, два парня, которые точно не пропустят. Но на самом-то деле, вот мы с тобой-то видим всю картину. Три игрока, LDLC, каждый раунд находится в медле. Маньяк и Йоли вдвоем на аплэнте. Просто элементарная аркада и аплэнт рассыпается на клочья. Мне просто кажется, что здесь Апекс что-то как-то фигней страдает, потому что его не хватает на... Он этого еще пока не знает. Все его попытки помочь на Б заканчивались, конечно же, несомненно, фейлом, но если он сейчас подойдет на вовремя, то может, в принципе, изменить всю ситуацию в лучшую сторону для своей команды. Na'Vi приступает, по-моему, уже к атаке. Да, все, открывается Эдвард на длину, но очень поздно. Попадает к Йолису, ВП, 4 хп остается. Хэппи чекает тэшку. Вместе со Стариксом защищают АПН. Забирают Мэйника, ну и здесь должны просто с двух сторон разорвать Кьоли, да, Кьоли падает. Апекс очень уверенно играет между и в итоге 3 в 3. 3 Сейзет. В 3 и красный Эдвард. Ну вот по хелсбарам видим, все-таки проигрывают Na'Vi этот раунд, но успевают поставить бомбу и как же разыграют. Эдвард красный заходит в спину, двоим на зигзаге. Очень-очень медленно, но нет, берет в руки нож, бежит, врасплох должен был достать первого, спокойно, да. Гусь падает, теперь один в два. Вот у Эдварда сейчас могут быть проблемы. Всего 4 хп. Сейзет должен как-то спасать ситуацию. Его чекают в пиксель. Теперь два красных игрока Na'Vi. Узи на морозе, дефузит. Одна секунда, и Узи успевает это сделать. Сейзет просто теряет очень из грамотно виду. Только что сыграли французы. Апекс прикрывал своим телом игрока, который дефузил бомбу. А это был Узи. Ну и, собственно, вот Сейзет не ожидал такой вот хитрости от своих оппонентов. И проигрывают Na'Vi очередной раунд. Счет равный в матче. Вот на этот раз быстрее Na'Vi занимает мидл до парапета. Будут развивать свои действия уже под аплэнд. Снова Апекса сдернули. Ну вот после этого... Наверное, вот, хочется на характер сыграть сейчас парням, чтобы просто пойти, убить и забрать наконец свои очки. Так, невнимательно сыграл Зевс, но это был Галил, Йоли. Ну все, тут просто столько демейджа залетело, опять приходит Апекс, эта парочка просто крушит и вообще вершит какое-то непонятное ультраправосудие. Старикс 1 в 3 с бомбой на руках, второй раз уже в этой половине. Ну, по крайней мере, хоть поставить нужно попытаться. Хотя, вот выбивающая тройка не особо сильная осталась. Главное сейчас убрать длину, и все было бы нормально. Но тут уже со всех сторон. Со всех сторон еще и Хэппи на подходе. Ужасно. Ужасно Na'Vi пошли сейчас. Зачем они два раза подряд вообще пошли на аплэн? Ну, опять-таки, смотри, выходили всего на двоих игроков. То есть, в принципе, прочитали действия французов, но просто не смогли убить. Точнее, Кьоли поставил два безупречных хедшота, и дальше Na'Vi вынуждены были капитулировать. Так, ну посмотри, опять-таки хватает Na'Vi на бай. У Ковача даже есть АВП.
Ну вот посмотрим, как сыграет сейчас этот Ави, Кузи. Флешки на Б. Так, слушайте, французы меняют немножко стиль игры, поджимать начинают длину. Кьёли плюс маньяк хотят получить сразу же информацию. Сейзет снова на центре, снова попробует стать сейчас, наверное, передовиком на этой карте. Достанется ли ему фраг? Ну вот теперь я понимаю, почему французы выбирали сторону защиты. Действительно, у них крепкий дефенс, и Нави очень трудно приходится в первой половине. Да, это даже заметно. Вот, но опять-таки, просто сидение ни к чему не приводит. Нави снова сосредоточили свои силы в парапете. Опять попробует пройти на А, скорее всего. Но вот то, что Старик сидит, ждет. И да, это дым на КТ, возможно, будет ответкой и попробует пойти на мид. В принципе, они Апекса видели на перетяжке два раза. Так, падает дым на центре от защиты. Старикс уходит в сторону парапета и все-таки будет выходить на маньяка. Маньяк пытается хоть как-то отстреляться. Не хватает Силиона, Ковач. Минус СВП, вылезает Апекс, но этот раз не занимает столь же перспективной позиции. Узи и... уже заходит в спину Нави. Есть первый минус, забирает Гвардиана. Ну, Нави тут и Узи не один, они действуют вдвоем. Последний с Парыча. Узи красный, взлетают гранаты, Узи ломает. Нави боятся пройти в план, чтобы поставить бомбу. Они не знают, где второй, но теперь точно уверены в том, что это парапет. Старик с калашом, Зев с Галилом, Зев словит в бошку. Хэппи прикрывает минус Старик. Что такое? Первая половина за Team LDLC. Вот это дела. Вот это дела, и счет становится 8-6 просто с нифигашеньки. Просто с нифигашеньки. Еще и АВП, по-моему, сейчас будет дуэл DLC вдобавок. Да, был у Гвардиана АВП, его пошел, отправился искать Хэппи. Так, где же Гвардиан? Тут Калаш, тут Кольт. Вот, по-моему, убили Гвардиана, Айвик улетел куда-то вообще в другую сторону. Тем не менее, Узи вроде он есть. Да-да-да, отдается АВП. Отдается оно именно Кьёли, и... Он сейчас попробует отстрелить. Вот в предыдущем раунде просто безупречно сыграл Узи, оставшись красным, поставил еще два хедшота и тем самым взял раунд для своей команды. Так, ну что ж, с Кьёли стреляться не стали, смотри, но он все равно чекал очень долго, ожидая какого-то развода. Хэппи поджал тэшку минус Старикс. И Нави занимает длину. Эдвард уже идет сейчас, да, в атаку. Эдвард уже крадется по длине, и это не ожидает LDLC. Как же по-моему, минус забирает Эдварда. Да-да-да, забрал. Но Эдвард был в блайнде, было слышно то, что начал стрелять, но не уверенно. Зевс, Гвардиан ушли от сейза, оставив его одного на длине. И вот LDLC в этот момент поджали нижнюю тэшку, спокойно перекрыли на медле игрока атаки с бомбой. Зевс пытается исправить ситуацию, исправляет, но все еще 3 в 2, все еще меньшинство ожидает Нави. Попытка уйти от прострела на центре, и Зевс живет чудом. 12 кп дожидается Апекса и ставит такой нереальный хедшот. И сейз подвалил Кьёли на апленте. Остался Мэник, один против двоих. Да, проблема только в том, что они не знают, где находится сейчас маньяк. Маньяк выходит с парапета, щекает ноги, но Лей никого не видит. Падает вглубь, выходит... Вот сейчас, если его сейзит, чекнет. Да, сейзит его чекает, и спины вот это. Какой раунд вытащили Нави? 5 в 2, Зевс. Один развалил, можно сказать... Команда LDLC. Сейзит ему, конечно же, помог. Ну и 8-7, счет первой половины. Ну что ж, у LDLC 8 есть в защите. Не зря они все-таки пикнули ее. По-моему, 8 это вполне нормально сыграть. Ну что ж, Нави надо отвечать. Отвечать тем же. Надо брать пистолетку и набирать раунды за защиту. Так, еще один старт. Бороться за путевку на гранд-финал 9-го сезона Стар-серии. Ну слушай, это только первые очки, еще непонятно, кому они достанутся. Я уверен, что дальше будет вообще полнейшая каша, но эти очки настолько важны. Ну да, да. На самом деле здесь кто проигрывает, вот хотя бы в одном таком матче тут уже может не попадать. Ну, чисто теоретически. В прошлом сезоне было полегче, потому что топа не было. Теперь все на месте, все есть. И, ну, после первой половины счет 7-8 в пользу LDLC, по-моему, всем понятно. И плашку эту назойливую можно, наверное, выключить. Все, теперь можно сидеть, смотреть КС. Так, французы как-то необычайно медленно сейчас себя ведут для второго дедаста особенно. Так, ну и посмотри, Старикс решается на поджатие длины. Его вроде бы законтролили и, да, Сережа отходит. Все делает правильно Старикс. Он просто по чекой ходил, Зевсом они все равно и укрепляют. Гвардиан минусует маньяк в центре за щепкой и уходит спокойненько на КТ-респаун. Так, французы начинают действовать на перетяжку. Кьёли замечает бэплэнд, попадает по сейзду. Посмотрите, сколько безумная стрельба от товарища Хавмасяна. И он забирает бомбу и готов на... Творит этот парень? Он точно так же в прошлом сезоне разрывал Нави с пистолета. Три минусовое исполнение, также падает Ковач. Бомба ставится. Кьёли, ты просто
Unbelievable. Ну и что, 2 в 3. Что сделает Зев со Стариксом? Старые, но опытные игроки команды Na'Vi. Так, Зев с тэшкой, его зачекали. Гранат, в принципе, нету. Если Старикс держится нормально, то 2 в 2 можно. Но нет, нет, нет. Ворвались, ворвались. Атака Сережа ворвалась. Одного забрал, и теперь ситуация 1 в 2. Зев. Есть минус Графиоли, Зев. Вот пытался еще отвестись на Апекса, видели реакцию Данила. Реакции-то хватило, но вот пули полетели совсем не туда. 1-0 во второй половине, общий счет 9-7 в пользу команды LDLC. Первая пистолетка за ними. Но сейчас будет борьба, ребят. Просто борьба. Вообще, коэффициенты на этот матч были интересные. Я их, правда, смотрел несколько часов назад, но почему-то все были уверены. Ну вот, например, букмекеры были уверены в победе французской команды. На CSGO Lounge игроки были уверены тоже в победе французской команды. Что-то здесь, по-моему, не так. Что-то здесь нечисто. Так, пошла Хаев Парыч. Они пытаются порхать как бабочка, жарить как пчела. Ну вот Зевс первый допорхался. Судя по тому, что его подловили на стрейфах. Французы, в принципе, по-моему, уже все организовали. Посмотрите, они даже с медла никуда не вылезают. Просто провоцируют команду Na'Vi на первый опу. Ну, Узи, это его первый фраг в жизни, наверное, на такой дистанции. Так, и Дима в DLC продолжает медленно атаковать. Вот шанс для Гвардиана сейчас был хороший сделать минус. Но, к сожалению, не попал он последнюю пулю. Просто не попал. Ну и Хэппи его добивает. 2-0 во второй половине, общий счет 10-7 в пользу команды LDLC. Да, если так дело пойдет дальше, то не просто придется Na'Vi. Ну хотя надо ждать первого оружейного, и там уже мы сможем делать кое-какие выводы. Да, да, там будет уже понятно, что вообще стоит ожидать. Но мне вот кажется, то, что тройка на будет обычная, как бы там будет как в пистолетке. Зев, Сковач, Старик, скорее всего, пойдут на. Эдвард с Эйздом будут играть на Б. Такую расстановку сил они использовали. Так, и вот наконец-то мы увидели какой-то продуманный эко-раунд в исполнении Na'Vi. Идет попытка сконцентрировать все свое внимание на пленте. На длине подловили Хэппи. Забрали девайс, спокойненько убегают. Ну, вот, одного обокрали. Но укрепление апплента, как видим, желаемого результата Na'Vi сейчас не даст. Так, Тимул Дилси четко все контролирует. И смотри, будут выходить на бэплент, на котором абсолютная чистота. И это позволит поставить беспрепятственно бомбу. Так, ну не, вот Гвардиан все-таки бежит. У него чуйка, то, что на Б, скорее всего, прошли. Уже бежит в окно, дает чек, все его заметили. О, впадает в голову. Но красным тут оставляет Апекс. Тут, знаешь, тут жадность Гвардиана сгубила. Вот если бы не делал такой выпад сейчас, мог бы еще остаться. Ну, мог бы чуть-чуть пожить, и могли бы уже бандой как-то попытаться ворваться на размене и разменяться, по крайней мере, не в ноль. Ну и в итоге бомба вновь ставится. 11 раунд на кону для LDLC, и Na'Vi разбегаются по карте. Так, два пойдут, по-моему, с Т. Да, но это будет попытка не выпустить команду LDLC с Бэплента. Забрать как можно больше девайса. Вот задача Na'Vi на этот раунд. Узи подловил Эдварда в респауне. Так, кстати, с Зевсом вместе в нижнем темном. Ну, LDLC, естественно, туда никак не пойдут. Хотя не. Они понимают, что надо. Но вот ошибается сейчас Эйзет, зажимается вовремя. Зевс пытается подобрать девайс, в итоге выходит и Зевс! Нет, не убивает! Ну как же! Столько выстрелили! Очень грамотно действует LDLC. Кучно. Фокусированный огонь. Не отдаются полностью. Вот только потеряли одного игрока на экраунде. И наконец-то бай-раунд от команды Na'Vi. Так, Йоли, АВП, мид. На центр, по-моему, Гвардиан нет, не пошел стреляться. В итоге два игрока у Na'Vi проходят через мид. И сейчас французы не знают, сколько где. Так, ну вот как я и думал. Старикс, Гвардиан, Зевс, Б. И ничего Na'Vi не поменяли в защите со времени... со времен отборочных на Катовицу, которые прошли совсем недавно. Это уже будет от них плановые действия. Так, Зев стягивается также в мидл, чтобы помогать Эдварду принимать. Но у французов... у французов абсолютно просто контр. Логичное решение. Они заняли Парыч, дошли до винта, но вот почему-то дальше идти не собираются. Ну, чекали. Думали, что если там будет ТВП, то оно выстрелит. Но с планта никого не было и просто тянут время. Так, ну смотри, что на карте происходит. Кьоли и Мэньяк стягиваются с плантом в направлении Б планта. Узи также идет на Б. Будут проверять на прочность Сейзада и Эдварда. Так, все ну идет вот именно к этому. Ну а вот Na'Vi тем временем отдают полностью бэплент. Концентрировали свое внимание на медле. Посмотри, на самом деле, как Na'Vi сейчас просто не угадывают атаку на бэплент. То есть атаку на бета они угадывают, но вот звенья они совершенно не просчитали. Влетает флешка на центр, Эдвард не выходит, и на Б уже
Да, уже полным ходом. Уже просто три игрока атаки попадают просто в пустую точку. И это халява. Это халява для LDLC, но с этим ничего не поделать. Вот так вот. Попытался что-то сейчас сделать. Сейз от Кьоли. В итоге тот его моментально с ответки убивает. Размен от Эдварда. Но что будет дальше, пока не ясно. Эдвард внимательно сыграл в мидле. Закрыл спину. Минус Апекс. Защита приходит. Выбивание 4 в 3. Смогут ли выбить бэплэнд Нави? Ну, если только Хэппи... Ну, Хэппи промазал, ждет еще раз до контакта. Ловит флешку, его должны здесь забирать. Да, Старик, Зевс отлично играют против Дэнса. В планте остается маньяк, который сдаваться не собирается, но Коуч его просто заставляет принудительно сдать позицию и позволить задефить бомбу. Дэв пошел, и это будет 10-8. Нави будут наступать потихонечку на пятки. Да, отличное выбивание, только что показали нам Нави. Старик и Зевс сыграли просто нереально четко. Под флешку Зев запустил Старикса, сделали два минуса, ну и просто не оставили шанса последнему игроку команды LDLC. Самое главное, что с инфой сыграли в тэшке, не потерялись, потому что первую пулю промазал Хэппи, но если попадал, то этих бы убийственных шансов на взятие раунда бы мы не увидели. Сейз от СВП проходит под бэй. Посмотрите, какого штрафа дает Кьоли до 38 хп. На верочку. Просто сыграл на верочку. И матч продолжается. Нави будет пытаться сейчас выровнять как-то ситуацию. Но вот у Нави есть один минус в игре за защиту. И единственный, да, это действительно. Они играют за защиту, а счет, в принципе, пока достаточно непонятный. Тут не ясно, кто же все-таки лидирует. Но 1-2 раунда отданных, это, грубо говоря, минус деньги. Так, ну и посмотри, Апекс уже выходит по зигзагу. Нави отдают АПМ. Старик загоняет гранаты Хэппи в этот момент на длине. Ну а Плент еще полностью не отдался. Все-таки будут драться за него. Французы тоже не дураки, рисковать не будут. Выходить через дыма, они скорее всего выберут... ну, еще 20 секунд, наверное, попробуют подождать. Сейзет минус. Гвардиан подловил Апекса. Ждет вылазки из дыма. Узи, проходящий просто как-то каким-то чудом вообще умудряется выделить рекламу. Маньяк на центре устраивает головокружительный поворот. События отстреливает Эдварда. Гвардиан попытки размена. Еще один фраг. Фраг прострелом мог быть, но попадает по маньяку. Посмотрите, он его заштрафил прострелом. Какая реакция у Ковача просто. И оп! Не вышло, не вышло. Ну и маньяк уже с инициативой. 20 секунд до конца. Два в одного ситуация. Маньяк будет проходить по зигзагу и постарается поставить бомбу, но Сережа Старикс сделать ему этого должен. Должен не дать этого сделать. Ну я думаю, помешает, хотя там 52. И ой-ой-ой-ой-ой. Ну, 10 окей. Секунд. 8, 7, 6, 5. Старикс. Ну, Старикс, да, Старикс очень серпит, Старикс делает. Сережа и есть все-таки минус. Забирает Майника. Это 10-9. Это 10-9. Притык Нави... подбираются Нави к своим оппонентам. А вот у оппонентов из Франции денежка закончилась. И сейчас придется им объявлять, не знаю, свое банкротство и бежать, наверное, на Б. Очень-очень быстро. Хотя респы пока говорят об обратном. У них достаточно такой средний респаун оказался. Ну и звеньями 3-2 будут разыгрывать. Или стоп. Или стоп, не стали спешить, Старикс. Ну вот мечта Старикса, чтобы всегда Team LDLC выходили, наверное, в банку, и он их просто видел. Пачками принимал. Да, там сейчас залетело, конечно, немало в них. Так, Апекс в этот момент. Ну что, будет рисковать Апекс или нет? Да, хочет показать яйца, но, как мы понимаем, наверное, это бессмысленно. И Нави, наконец-таки, друзья, сравнивают счет в этом матче, и теперь уже все совсем иначе. Остается буквально 10 раундов до конца этого матча. Ничейный счет, кстати, друзья, дает одно очко, кстати, каждой команде. Поэтому, если они разойдутся дружбой в первом матче с LTV Star Series этого сезона, то, я думаю, никто возражать не будет. Так, чек мидла. На самом деле, это потеря очков в любом случае. Так вот, теряет одна команда, а так теряют две. По два очка, и это очень-очень даже плохо. И опять-таки же, какие-то проблемы у нас на сервере. Да, какие-то проблемы на сервере, ну и мы, наверное, опять выведем составы команд вам на экраны. Будем думать, как же избежать в дальнейшем появления этих проблемок, которые чутка нас начинают раздражать. Так, так, мне тут что-то скинули. Так, Келли. Келли его ник читается, значит? Кали? Кали. Нам тут скинули скриншот, просто спрашивают пользователи на HLTV.org. Квикли читается, Кьоли. Нет, Кали. Ну, будет Кьоли, короче. В общем, мы еще и правы оказались чуть более, чем ты, понял?
Понял, француз. Понял, француз, неудачник, который просто взял и подставил, и испортил вообще впечатление. Эх, всех и вся. Так. Какая-то жесть. Так, ну нам надо хоть какие-то объяснения, Егор, что происходит, посвяти нас, просвети. Потому что мы в полном неведении, чего мы ожидаем. Так, Зевса выбило, у него было 8К. То есть все-таки пауза на сервере, да? Да, пауза на сервере, поэтому все нормально. У Зевса вылетел компьютер, все будет нормально, Зевса закрэшило, но сейчас ему все вернут, и у него было 8К, и все. Все, мы можем в игре находиться, да? Никаких супер перезаходов не будет. Да, у нас просто пауза посередине раунда. У нас зависло все. Там просто только раунд стартовал, секунда, и Зевс. Ага, паузу поставили, да? Тогда все хорошо, все хорошо. Но он возвращается или как? Ждем пока, ребят, ждем. Да, все, матч снимается с паузы. Давайте смотреть дальше за встречи. И будем все-таки надеяться, что Na'Vi может в первом матче с LDLC как-то соберутся и сыграют друг с другом. Может даже договоренночку, типа, давайте 15-15, ребята. Но все-таки первый день Star-серии. Нового сезона. 30 тысяч долларов на кону, кстати, в этом сезоне, ребята. И вот многие из вас, я просто читал комменты, говорили, что типа ничего не поменялось, ничего не изменилось на StarLadder. А вот то, что призовой фонд увеличился в два раза, никто не заметил. Вот меня это поразило. Так, смотри, я вот DLC занимает зигзаг под флешечку. И под флеш, внимание, убивают. Дев срывается, забирает Узи, но Апекс разменял своего тиммейта. Старикс также дотопил по Апексу. И, в принципе, французы сейчас закрыты. Нави перехватили, по-моему, инициативу на этой карте. Нет, маньяк! Как он вышел? Как он четко вышел? Квикли, центр, нет, не дают играть Кьёли и 3 в 2. 3 в 2. Что скажет Хэппи? По хаусбарам видим. Красный Мэниак. Эдвард также изрядно потрепан, но есть преимущество одного игрока у Na'Vi. Гвардиан прострелом забирает Мэниака. Хэппи. 1 против 3. Бомба в медле, 30 секунд до конца. Бомба вообще в нижней тэшке валяет. Да-да-да, ты посмотри. Гвардиан очень четко занимал позицию. Хэппи его не заметил. На вот центре. Но Гвардиан... выходит Хэппи. Так, ну тут приходит на помощь Сейзик, и в паре с Гвардианом, в принципе, они без проблем с ним расправляются. 11-10 в пользу команды Na'Vi и LDLC пока что. Так, вот сейчас так, мы увидим. Подожди. 11-10 или все-таки счет равный? 11-10 должен быть. 8-7 было в пользу LDLC. Сейчас 4-3, и это говорит о том, что у нас 11-11. Так. Вроде как бы так. Как 11-11, если LDLC взяли 7? А, да, все. Нет, LDLC 8 взяли. 8 взяли? Да. 11-11, счет равный. А как он может 11-11 быть, если прошлый раунд за Na'Vi, и они два подряд выиграли? What the fuck is going on? Что происходит вообще сейчас? Так, ну мы продолжаем смотреть эко-раунд от французской команды. 11-11? Ну ок. 11-11? Да, мы уже разобрались. Сейчас счет 11-11. Вот почему вот этот счет так важен. На табло постоянно навскидку пытаешься оценить, и вот у кого-то арифметика подводит. Ну я-то здесь на два компьютера, как бы. Все нормально. А ты изначально сказал неправильно. Так что... Я тебе... Ты сказал, вот в самом начале ты сказал 3-2, и я отталкивался от этого. Так, ну что, теперь точно 12-11 или как? Да, теперь Na'Vi наконец-то вырвались вперед, 12-11 в пользу украинской команды. И надо продолжать в том же духе, дабы заработать первые очки на StarLadder. Так, вот я сейчас смотрю на французов, и, по-моему, у них ой-лол, что сейчас будет происходить. Потому что, если я не ошибаюсь, да, у них две снайперские винтовки, два снайпера пытались решетить мидл, но то, что Na'Vi играет без укрепления, там, по-моему, для них огромный и огромный плюс. Так, Apex. Так, вот Na'Vi накидали дымов на зигзаг, и это заставило понервничать команду LDLC. Закинули кучу гранат, начали вышивать дым и продолжают в том же духе. Слушай, LDLC как дети, ей-богу. Вот они, их напугал реально один такие дым. Дешевые разводы. Да, да, да. Вроде трюк-то дешевочка, да, но вот парни воспринимают серьезно любой подвох от команды Na'Vi. Как бы это ни закончилось фиаско так, при выходе на... В итоге мы видим, команда LDLC в составе из 4 игроков готова выходить по зигзагу. Мэник или нет, это Хэппи на длине будет играть роль запирающего. Хэппи не попадает поджимающего Старикса. Ой-ой-ой, Зевс очень плотно штрафит Плэнд, видел пропрыгивающих туда игроков. О, Гвардиан забирает Апекса. Дыму находит Апекса. Старикс, ему попадает по ноге Хэппи, но Старикс выбивает тэшку. И ситуация сейчас не ахти для французской команды. Немножко выравнивает ее Узи. 3 в 3, 3 в 2, 2 в 2. И АВП от Старикса с длины. Врасплох застает Кьёли. Остается последний маньяк.
Старик пытается уйти с бомбой. 25 хп, у Старикса 16. Кто кому? Сережа Старикс или Мэния? Так, ну вот одна граната на самом деле Стариксу была бы сейчас... Ой, как полезно, и Старикс лезет, ну, 12-12. 12-12, из последних сил французы все-таки продолжают борьбу в этом матче. Ну вот только что, два раза нами были в численном преимуществе. Под флешки пытались по одному врываться на плент, но французы все это законтролили. От флешек отвернулись, врывающихся игроков убили, и счет опять-таки же равный. Ну, французам, естественно, нужны эти очки победные против Нави, потому что эти парни настроены на соревновательный сезон очень-очень серьезно. Ну вот, вообще, в этом сезоне мы видим три французские команды у нас. Одна из них — это Титан, вторая, соответственно, LDLC, третья команда — Клан Мистик, которая в том году выиграла ESVC. Но только одна, по-моему, из них удостоится LAN-финалов этого сезона, мне так кажется. И МПО. Так, посмотри, как синхронно просели французы. Ковач поджимал подлиннее, где-то еще также намажили УЗИ. Ну и что же будут делать французы в этом раунде? Так, ну, по-моему, они окончательно приняли решение сейчас напугать Аплента, попробовать вырваться на мидл. Там УЗИ уже с Кьюли подошли. Да, вот как раз-таки по расстановке игроков видно, что, скорее всего, это будет 3-2 мидл. У Нави три игрока находятся на пленте. Эдвард и Сейзов вплотную готовятся принимать выход на Б-плент. Ну, Эдвард там флешками сейчас очень нормально отпугал Кьюли. Как я видел, Кьюли УЗИ уходит. Зевс в этот момент поджимает с парапета. Оставляет одного, кат! Второго также попадает, забивает и остается АВП. Кьюли боится стреляться. Пытается помочь Зевсу как-то пострелять. Кьюли минус. Есть врыв нижнюю тэшку. Французы просто упали, как карточный, ну вот, домик. Посмотри, Нави, нет, зачем лезут дальше? Маньяк забил. Он забрал Старикса. Ох, жесть. Ох, да, вот он забрал парень. Старикса. И вот на ровном месте у Нави опять-таки же нарисовываются большие проблемы. Эдвард и Гвардиан вдвоем против Мэника и Хэппи. Ну, занимается БПН, ставится бомба. Тут 12 секунд. Гвардиан меняет девайс. Смотри, вместе... Нави решают вдвоем идти с тэшки. Французы сейчас этого могут просто не понять. Они могут не понять, они могут подумать то, что там идет просто выжидание. Посмотри, они все сидят в дыму. Тэшка, конечно, смотрится, но смотрится из-за ящика. И, по-моему, оп, проигрывает Хэппи в позиции. Выход вправо, и это минус 2 от Нави. Гвардиан делает последний фраг в этом раунде. И счет становится 13-12. Нави снова залезают обратно на своего любимого и... на свое преимущество. Вот какую-то я хрень сказал вообще полностью. Главное, что Нави сыграли четко, хотя вот... Главное, чтобы больше нас не досили в самом начале раунда, чтобы мы не втыкали со счетом. Вот согласись, Зевс, поджимающий зигзага, забирает двоих игроков. Ситуация 3 в 5. Вы знаете, куда они идут? Зачем лезть дальше? Вот в чем вопрос. Но нет, лезут Нави и создают себе проблемы. В итоге... Вот смотри, куда Эдвард полез. Вот Эдвард сейчас полез. Ох, Эдвард, но калаш подарил. Зевс прикрыл, минус дали. Зевс прикрыл, забрал УЗИ, но дал поднять КМ. Апекс, и теперь Апекс с девайсом в руках постарается подпортить Нави экономику. Да не, не получится, здесь Гвардиан с ВП, как видим, минус дает спокойно. И гранаты, тем более, которые были выброшены в самом-самом начале, тупо помешали пройти игрокам атаки в упор. Так, маньяк, ну вот мог быть бесплатный фраг, но Старикс наказал и увидел сразу же пальму. Сейчас будут брить девятку. Ну, Хэппи, видимо, решил, что ему сейчас повезет с фрагом. Ого, выходит прямо на спрей Старикса. Счет становится 7-4 после краша. Общий так, счет 14-12. 14-12, да. Да, 14-12. Не получается у меня опять нажать цифру 4. Это просто какая-то жесть. Так, ну что ж, для команды LDLC наступают те самые моменты. Ключевые моменты в этом матче. Отданный раунд может стоить ничьи для команды Na'Vi. Ковач поджимает нижнюю тэшку с ВП. С первого выстрела не попадает, но потом чудеса творит Словак. Простреливает маньяка. Спокойно, французы теряются. Но Хэппи такие же чудеса устраивает в длине Зевсу, догоняя его с струей. Потом опасается игрока в упоре, уходит. Но понял то, что ему сейчас очень повезло. Размен достаточно неординарный получился. Поэтому LDLC сейчас вряд ли атакуют быстро. У них еще, в принципе, много времени. Секунд, наверное, 30 они проведут в поисках истины. Ну, знаешь, на самом деле, LDLC в атаке пока ровным счетом не показали ничего интересного. Дефенс, да, дефенс хороший. И то, Na'Vi сумели набрать необходимое количество раундов. Хэппи. Минус Старикс. Сейзет. А вот Сейзеты сейчас точно не поджидают, поэтому Костин, давай. Костин, на тебя на надежда. Костин,
Выходит банда из двух человек, Сейза зажимает, но играет в размен, помогает Эдвард, Эшка запирается и... Так, ну что ж, бомба упала на веб-ленте, Хэппи заходит в спину зигзага, падает в спину Ковачу, забирает его, 30 секунд до конца, Эдвард один против двоих. Ну вот Эдвард знает то, что один, скорее всего, в Тэшке. Второй его уже просто будет сейчас ловить. И Эдвард ловит сначала мид. Какой хедшот! Это фантастика! Кьёли с АВП против одного из лучших снайперов Украины. Эдвард! Ай-яй-яй! Вторая пуля! 6 кп остается у Кьёли. Как так? Ну вот это CSGO. Вот я не знаю. Вот на самом деле должен был Ваня брать этот раунд для своей команды, но нет. Чудо спасает Кьёли. Ну вот именно поэтому он и играет в Team LDLC за хорошую зарплату, а не за 300 рублей в месяц. Ну знаешь, все-таки вторая попытка. Вот этот шанс ему дал Эдвард. Точнее, не Эдвард, а зажим от Эдварда. Ковач, есть минус, забирает Хэппи. Опять-таки же Нави находится в численном преимуществе. Ну с самого начала это, конечно, неловко. Теперь вчетвером построиться будет тяжело. С учетом того, что играют все медленно и стараются закрывать постоянно спину. Ой-ой-ой, это просто божественный прострел от Старикса, который казнит Узи и французы вообще втроем. Да, согласен. Ну все, по Нави... таймингу Старик сыграл. Нави осталось только нереально затупить, чтобы проиграть этот раунд, и тогда все будет чики-пики у французов. Первый шаг уже к этому есть. Кьёли отлично отстреливает Ковача на зигзаге. Отдается апвен. Старикс по-прежнему на длине. Об этом знают французы и должны его чекать до конца. Старикс. Старикс проигрывает Апексу перестрелку. Ну и банда с команды Нави будет выходить. Вот то, что парапет, конечно, отдали, это очень-очень обидно. И вот теперь вынуждены как-то сейчас, не знаю, вываливаться. Но это 50 на 50 раунд на самом деле для Нави. И Апекс сыграл сейчас железно. И, скорее всего, вот это звено на длине, если не убивает, то все. Разваливает первого, спрейт второго, 2 в 2, можно побороться. Так, так. Смотри, Эдвард прочекал респаун. Знаешь, что два игрока находятся на пленте. Эдвард, есть первый минус, забирает Кьёли. Эдвард! Игра в пленте, Зевс. Ну, бомба уже сильно пищит, он понимает, что здесь с маньяком надо подраться, не запрыгивает на ящик, понимает, что пора уйти. Ну, принципиально было добить маньяка, но не вышло. 14-14. А вот это уже интересно. Обе команды сейчас находятся на грани срыва. У Нави полное отсутствие денег, и, скорее всего, это ничья для команды LDLC. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Боже, какой провал. Раунд 3 в 5. Ну, вот как проигрывать... Два таких обидных раунда, зато и Нави, за это лишаться очков. Зато Нави понимает всю полностью всю турнирную систему и понимает, что лучше все-таки слить и сыграть на 15-15, даже если не повезет на пистолетке. Именно по одной простой причине. Потому что творит чудо на эко, хотя уже после такого... После вот ну, чудо здесь творит Узи, который реально... Опа, Эдвард. Ну, то, что Эдвард убивает пистолетки, это ничего страшного. Я не вижу Сейзда здесь просто вообще во всем этом матче. Куда же делся Сейзет, которого мы видели буквально позавчера в матчах со шведами, когда он просто казнил всю команду. Так, Эдвард. Эдварда также, в принципе, на дальней дистанции кроет. Ну и счет становится 15-14 в пользу команды LDLC. Свои раунды они берут французским стилем. Ну, я думаю... Сегодня просто удача находится на стороне французской команды. Если бы не она, то Нави уже бы довели дело до победы в этом матче. А так ну, все совсем наоборот. Ну, знаешь, первый матч я так и думал, что будет к такому счету двигаться все это дело. Я надеюсь сейчас на 15-15 от Нави очень-очень сильно. Первый матч должен закончиться ничью, а дальше уже пускай сами разбираются, кому чего. Так, ну, начало очень непредсказуемое, и французы, по-моему, хотят сейчас сыграть таймингово. Вот хватит ли да, здесь... Да, будут выходить на бэп-плент, и укрепление как раз-таки у Нави на этой точке. Сейзет видел, но маньяк! Эдвард также ловит в кабины, Гвардиан. Промазал. Не попадает в первой попытки, мажется второй, ну и здесь практически все уже решено. 5 в 3, бэп-плент за французами, вламывается... Зевс, по-моему, это будет первое поражение от команды Нави в сезоне. Но будем надеяться, что единственное. И пожелаем ему удачи в дальнейшем. 4 в 2, и все понятно. ГГ пишет Зевс. Да, такая нелепая победа. Точнее, нелепое поражение для Нави. Просто не хватило капельки удачи. Так, ну и 16-14 финальный счет, друзья, в этом матче. Нац Винсер проигрывают. Но они не проигрывают турнир, они уступают всего лишь первые очки, при том, что они... открывают этот сезон, вполне себе такой неплохой счет между ними получается. Хотя, знаете, вот давайте сейчас зайдем на eGamingBets и посмотрим, какой же все-таки был коэффициент, про который я говорил. Я про него немножечко забыл. И так, где? Ну, 2 и 1 было на Нави и 1 и 7. Нави были аутсайдерами в этом матче, по крайней мере, по мнению букмекеров.
Ну, букмекеры оказались правы, но на самом деле они даже относительно коэффициента оказались правы, потому что, смотри, выиграли-то всего 16-14. 16-14, но мы-то с тобой видели игру. Мы видели, что Na'Vi должны были побеждать. Да, должны были просто забирать эту карту. Ну и также мы знаем, что это КС, и видели прекрасно, вот в каких же моментах французам реально повезло. И видели, что Na'Vi вот в каких-то моментах тотально не везло, особенно Эдварду не хватило одной тычки, чтобы добить выход на Б. Ну что ж, на этом мы можем смело сказать, то, что 9-й сезон SLTV Star Series объявлен и открыт, и для вас в течение всего сезона будет работать Slam Strike за микрофонами. Да, ожидайте анонсов следующих матчей, буквально, вот я не знаю, у нас... По расписанию, когда следующий? По расписанию у нас следующие матчи должны начаться либо в воскресенье, либо в понедельник. Но за всем этим, ребят, вы сможете следить на сайте в матч-центре. На этот сезон сразу всем скажу, вот кто играет в CSGO вообще. На этот сезон мы функционируем на старой платформе, но со следующего сезона, скорее всего, уже будет переход на новую площадку, а может быть даже и в середине этого сезона. Да, мы переберемся на новый сайт, если, конечно же, нам это позволит все сделать. Наши сотрудники. Да, ну и в принципе вы сможете посмотреть календарь сезона уже сейчас в матч-центре, если я не ошибаюсь, там есть. Нет, не надо? Да, не надо смотреть в матч-центре, панда машет. Ну, на самом деле, друзья, у нас в матч-центре есть там расписание матчей, вы можете посмотреть, когда примерно какой, но то, что он будет точно отыгран в это время, мы вам не обещаем по одной простой причине. Так как, во-первых, мы освещаем два турнира сразу, параллельно мы будем также комментировать матч Frogbite Masters, и вторая причина, с командами еще пока до конца не уяснили их точные даты, но в целом у нас получается по 3-4 матча интересных каждый день в течение всей игровой недели и выходные, воскресенье, десерт из, наверное, кучи-кучи вкусных встреч. Ну и сегодня с вами работали Slam и Strike. До новых встреч! Реклама. Или нет, или не реклама. Ну это... ладно, чисто символически включим. На самом деле нам уже в конце не надо включать рекламу.